Опять ты? Вот, уже спрашивал уже сегодня. Ну, а ты не ответил же, правильно? А у нас будут дальше штройка. Тут такая охуенная озвучка просто. Субтитры говорят, тут, допустим, Иванович за героя, то, что это они пытались отобрать мою еду, озвучка. Они пытались забрать мою жратву такой. Не хватает. Да. Так, вон там уроды какие-то. Смотри, там гопник реально какой-то сидит. Два гопника. Я тоже буду так. А по земле можно только ходить. Ладно. Здорово! Чувак, как будто из ванной озвучивал. Да, вообще из соседней комнаты орал, походу. Да. К ней я уже. Они уже девочки меня нарекли, что ли? Все, они меня еще по кругу пустят. Блазер, я не знал, что ты озвучкой занимаешься. Сейчас Мовгат пришлет, мне кажется. Как будто Макс, как так и Блазер. Да, это были хорошие времена. О, а голоса-то знакомые. Почему тебе не подойти к микрофону, сука? Реально, как будто чувак сидел, занимался хаком игры, там, это чтобы установщик собрать это. И ему говорят, чувак, нужно срочно озвучить. Такой, ну я отсюда так давай, поору. К сожалению, за озвучку так и не заплатили. Че там? Ого, то есть все торговли типа будет? Добывайте ресурсы какие-нибудь. Бля, там такая охуительная рожа какая-то висит. Ты разработчик. Блин, в первой части там просто в библиотеке мега охуительно ебало было у чувака. На портрете он прям такой, я чё здесь делаю? Ой, ещё шнапс. Сквозь, блядь. А что-то озвучки нет. А где звук? Или это у меня глюк? Нет. Нету звука? По-моему, когда я StopGamer разбор смотрел, там тоже какая-то проблема была. Во! У него погоны, кстати, смотри, тоже с физоном клёвые. Сейчас он картошку высыпет на карту и будет показывать, как они будут нападать. Бля, слушай, вот откуда они модельку взяли для игры «Успокой Сталина». Извините, я надеюсь, отдохну здесь после сражения. Лейтенант. А вот кепочки у них зачетные, я такую же хотел. Да? Нахуя? Охотиться? Смотри, как классно.
Мы должны подавить их ботинками. Поднапрячься. Я выговариваю фразы с первого дубля. Да. Я хочу ослушаться приказа. Где отыгрыш? Слушай, ну получается, я реально встретил уже этого охотника на ведьм в первой части еще, да, призраков этот? А в третьей будет отсылочка к этому, да? Ну, если будет, то это прикольно очень даже. Но нам баба потом говорит то, что она не поняла, то ли она в прошлом его увидела, то ли он в будущее, типа, астральным телом переместился. То есть, возможно, что он не призрак мертвый, а именно как путешествие во времени вот это ебанутое. Угу. Блин, погоди. А почему другая рожа совсем здесь, это когда приближаю? Блин, смотри, он прям смотрит на тебя, как гейб на сэндвич. Какой-то педофил вообще, по мне. Винарин? Алекс? Алекс, ты? Блин, ну реально там на фотке вообще какой-то гангстер, это, блин, я бы сказал. Гангстер, да? Что-то звука шагов нет еще. Игра, блядь, просто поломанная нахуй. Так он и ушел. В ебеня. Я здесь еще не закончил, окей. Наверное, нужно сесть на пушку и выстрелить с собой. Либо я что-то не взял. Сейчас, может, за сараем этим что-то есть. Нет, там пройти нельзя. Наверное, надо с ним поговорить еще раз. Ну, да. Блин, что-то да, звук глючит. Забавное, такое без звука, ты на него посмотрел. Это тоже такое на него смотрит. А на стриме плохо видно, что у меня это. У меня плохо видно, что губы шевелят, они так хочется, что будто друг на друга такие пялятся еще. Музыка такая напряженная, эмбиентовая. Игра в гляделки на выживание. Такая, ну что, если ты, типа, моргнешь, то тебя сегодня будем нагибать. Твою ляху отрежем и будем жрать. Мне нужно безумного героизма. Ща, блин, у меня это анти сейчас стрим не открыт. Секунду, вот. Во, теперь я могу успокаивать себя. Стримом антича. Распродажа тропика. А, да, кстати, у меня Steam же там палится. Это из-за того, что у меня захвата экрана. Она по-другому не хочет в OBS захватываться. Есть дополнительная информация, сэр. Вот и все, что я хотел вам сказать. Из-за того, что HD разрешение, это вот как у тебя в Fallout, в общем, текст становится пиздецки мелким. Смотрите, сэр, что я могу. Мне нравится, когда музыка начинает играть. Это я пытаюсь... Вот это, да? Это я пытаюсь пистолет достать. Так и вот. Ладно. Видимо, все. Выбрасываюсь в окно с первого этажа. Ребята знали, как сделать хоррор. Да. Да, первый, но он иногда такой... Естественно, в то время эта игра по-любому в разы лучше воспринималась. Хотя я помню, кстати, то, что на фаргусовской коробке там даже были оценки всех трех частей этих. И второе, что ли, самое низкое было, кажется. Слышь, я давно играл, мне что-то как-то не очень... А я прохожу. Ой, здрасте. Это музыка.
Сиракуз. О, господи, блин, что-то мне это рожа напоминает. Да эти все рожи мне что-то напоминают. Они что-то не запарились. А, точно, они... сонный паралич. Вот. Они в этот раз не запарились, что-то не сделали нормальную модельку, они просто это поверх этого текстуру лица натянули, типа фотку чью-то просто. Ну, типа того. Я из Пенсильвании, сэр, Филадельфия. Но у меня знакомый есть, в Филадельфии живет. Хоккеист. Я слышу какие-то звуки. Попай. Как будто братья Уизли из Гарри Поттера. Да здесь анимация лиц, как в Гарри Поттере. Я поэтому и говорил, что у меня было ощущение, что эта игра должна была на PS1 выйти. Блин, что-то это хуйня. Сейчас, погоди, может так увеличится? Че? Во! Нет, опять! Не, видимо, все-таки какие-то реплики у них всратые были. Я просто в меню это вылез, потому что в первой части, когда звук полностью в игре пропадал, мне помогало то, что я выходил в меню, альтабался из игры, альтабался в нее обратно. Блять! Другой голос какой-то вообще. Не-не-не, это тоже тот же голос, это просто у тебя реплик, ты отвык от него. А вы же... А я думаю... Причем отсюда, откуда ты вот так... Да-да-да. Это куда, погоди, поговори со мной. А я думаю, они вышли... Да, я записываю игру. Да, потом поем, да. Так вот, а... Может, это файлы озвучки биты какие-то у них, либо расширение не то. Да, вряд ли. Ну, ты говоришь, что Stop Game это та же самая бодяга была, да? Да. Как успехи? Блин, там тень такая песня. Ну, хорошо. Блять, он точно умственно отсталый какой-то. Это он, а не я. Духи конфедератов ходят и ищут такого добра, жратву. Есть история с Нелли Гастери, огромным чудовище. Окей. Людям всегда мерещатся гоблины. Ну да. А у этого главного демона-то какое-то ебанутое имя было, я уже забыл. Сальвадор. Как? Да, Хикайт там, кстати. Не думаю, что в этих историях есть хотя бы доля правды, но выглядят они достоверно. Окей. Линкольн, призываю тебя. Ой. А че, перевод не будет? Кстати, заметил. Че? Ну ты же в этом доме во флешбеке был генералом общался, там висел только портрет Вашингтона слева, а Линкольна не было еще. Портрет. Че, блин. Сейчас, ну, получается, он здесь сидел. Да-да-да. Вот, да, столом. Только здесь теперь нихуя не висит. Там и не висело, там так и было окно. Разве за ним, мне казалось, висел кто? Ну ладно, окей. Время съебывать. Чу-чу-чу-чу. Сейчас как бэткомедиан буду. Топ-топ-топ-топ-топ. Бдыщ! Может почудиться, что за углом окажется пучков со свиньей. Так, сейчас. Хранись что-то со звуком совсем хуйня какая-то.
Может, перезагрузка поможет. Ну, чё со звуком? Ну, топ-топ-топ-топ-топ-топ. Чё-то я не слышу. Ну вот, нет звука, я про это и говорю. А то, что шагов нет? Да. Да, ну зачем это слышно? Это железная дорога, что речь. Так, вдруг я не услышу, как какая-нибудь ебака крадется. Да хуй. Привет, ебака с другой планеты. Блин, так забавно было в США один раз, когда было землетрясение, но вот мой дом стоит, и рядом дом моего соседа там, вот, и, короче, он с утра меня спрашивает такой-то, бля, пиздец, вчера, типа, землетрясение было, я говорю, какое нахуй землетрясение, то есть до моего дома оно просто не дошло чуть-чуть. Так, что я там нашел? А, твану еще одну нашел. Я ухожу в лес. А, нет? Я что-то забыл. Может, получше тут все смотреть. Окей. Карты тут нет во второй части, да? Так, она тут кишка туннельная. Тут ты никуда один. Разъебан нет, считай. Да, на всякий случай. Я не знал, что она линейная прям такая. Так, а там... А, нет, есть вроде, да? Тут... Да. Увлекательный нахуй геймплей. А не говорилось, какой год сейчас? 1800 какой-то. Понятно, дело, что 1800 какой-то, а какой именно? Ну, что-то было. О, я лампу нашел. А, сломанный фонарь. Ууу, блядь. Видишь, ебаки по воздуху парят, а ты боялся, что тебе подкрадутся. Ты думал, что чё-то да. Слышно. Вот, 1863 год. Ну это флешбэк. 63-й год, это гражданская война, а тут тоже после. Ну, не значит. Блин, мне бесит, это нужно игру перезапустить, мне кажется. Не страшно? Я Дионис, бог вина, поклоняйся мне, и поток вина. Вглядываешься, загнай буквально через дорогу апокалипсис, все в дыму, бочки горят, люди борются с собаками за мясо, а у тебя солнечно птички поют, легкий ветерок, да сверчки в траве шумят. Блин, ну реально без зазвучки чё-то вообще тупо. Вот атмосфера, смотри, как тебя. Да нормально, вон он пытается, смотри, пристроиться ко мне. Так, это все еще ролик? Да, это все еще ролик. Ну и чё? Сломанная нахуй игра, блин. Там вроде пропустить ролик можно. Да я знаю, но мне же интересно, что да, будет происходить. Чё видишь, блин? Интересно же. Это война, сынок, блин. Так вот оно всё и происходило. Мы стояли. Не стояли. Ну ладно, допустим. А, во, окей. Он потому что в тебя уперся, не мог пробежать, вот почему заминка была. Ну да. Сейчас сохранюсь, перезапущу игру все-таки. Блин, у нас на стри... Блин, в Дискорде придется перезахват делать. Так. Где там стрим... Дискорд? This stream has ended. Cricket noise. Блять. Блять, не ус... А, вот, хоп.
Так. Да-да-да-да. Это что, из фильма, что ли, вставка? Да. Тут так неожиданно бан нахуй за... Да. О, звук появился, прикинь. О, действительно. Даже стреляет уже. Угу. Чё за звуки такие, типа... Как будто, да, геи ебутся, хуй знает. Почему как будто? По-моему, тебе только что твой, блядь, соратник тебе скидывал, захуярил. Да, он просто душка, блядь. Блядь. Нашел время перезаряжаться. А, окей. А, там стена, понятно. Дальше еще не построили этот мир. У, блядь. О, что это там у нас? Ладно. Да, я вижу. То есть они все могли быть сожжены. Потому что мою форму же того, сего и этого. Бабка на платки пустила. Как далеко я уйду от своей команды. Дома порушила. Дороги. Да. Вчера, кстати, это посмотрел Lost Boys. Да. С концовки, что-то я про нее забыл уже, орнул голос, короче. Там дед-то что это? Да. Так, сейчас сек, мне нужно тут ответить, сейчас будет. Я Дионис, бог вина, поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится.
Дионис, бог вина, поклоняйся мне, ибо тот вина в твоем городе вечно не прекратится.
что у тебя за миссия-то хоть? Так, амбек. Так, наушник не тот, видимо, воткнул. Да. У меня просто один наушник перестал работать, чё-то. Так, шух. Продолжаем разговор. Сейчас, блин, мне чат уехал. Я сильный и великий. Вы только гляньте! Такой голос. Ой. Что это за, блядь, полпакин? Мне тут как раз это скажет такой, кто ты? Просто пошел. Похож на... Я похож на человека, которого стал из могилы и на себя бы глянул, блядь. О, Грац. Знать, Олеся, ну, для начала я в нем живу, блядь. Мне интересно, что он на самом деле говорил, потому что субтитры говорят, я слеп, как летучая мышь, а в голосе он говорит, я слеп, как крот, блядь. Ну, скорее всего, да, там больше всего мышами вас ведут, потому что у них нет такого устойчивого выражения. Судя по всему, как он выглядит, он много дерьма в лесу повидал, потому и потерялся. Ди Каприо, это он? Это и он, там только полный медведь, а конь. О, девочка в ночнушке, нужно идти за ней. Мне не нравится, как этот мужик посмеялся. Он, видимо, тоже пытался однажды эту девочку поймать. Оказался в трубе с говном. Я полз 10 километров. Морган, тебе помощь нужна, он говорит. Кто, и он, что ли? А чё, на них не действует? Блять, you have failed. Блин, а я последний раз где сохранялся, кстати? Блять! Да не, ну не так далеко на самом деле. Далеко, далеко, далеко пасутся кто? Южане! Не, подожди, стой. Какого хера, Иван?
ты сам говоришь, что тебя трахал конь, я хочу узнать подробности, как так вышло, а ты мне в итоге еще и бан раздаешь, ты чего, охуевшь? Ну, он имеет в виду то, что тебе нужно обратиться к специалисту. Специалисту по ебле коням, так и, бля, я не знаю, что ты имеешь в виду. Обращаюсь, да? Я к нему и обращаюсь, да, других я не знаю, людей таких. Не, ну если тебя интересует такая тема, это плохо. Ну как бы, не то, что меня интересует, мне больше хочется узнать, как так вышло. Сосать у коня, это плохо, приятней. Как этот, Лимонов. Сначала у негра отсосал, а потом отнекивался начал. Филимонов? Так это мы видели уже, так что, блять, это мы тоже видели. Так, все, вот тут сохранимся теперь. Барн, зачем вы специалист по ебле с конем? То есть вы теперь такие, я типа с ним не разговариваю, я через тебя буду спрашивать, да? Главное, сам написал, что его конь ебал, и сейчас еще обижается на меня. Ну да, это нормально написал, я верю. Так, теперь тут еще сохранились. Я могу вот так же быстро сохранить. Да я не понимаю, про что. Шашку на галоп. На этом про донат, и он этот, там был донат, то что... Он написал, что он сосал у коня, ему понравилось что-то такое, или ебался с конем, или и конь его ебал, я не помню. Какой бан? Он не забанен. Конь не заманен, понял? Можешь идти к нему. Конь ни в чем не виноват. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, говорит девочка. Хи-хи-хи-хи-хи-хи, блин, сука. Почему дети-призраки всегда смеются или плачут? Почему они не могут заткнуться нахуй? Я стрелял тут. Тут где-то матка рядом говорит. Давай мне матку щеличину буду закладывать. Нет. Че, мне за вас идти? Матка. Ежон, который управляет именно. Одна матка, чтоб править всеми. Саурон в свое время создал много маток. Давай нюхать порошок. Несколько шариков нашел и порошок. Теперь у них почти ничего нет, блять, окей, если у них такие запасы, это очень грустно звучит. Шарики и порошок. Чёртова птица! Блин, вода охуительная на самом деле, Рили, без шуток. Я сильный и великий атлас. Так, сохранись на всякий случай.
Что-то она мне своей атмосферой больше это криповой казалось в детстве, конечно. Да, именно во вторую часть, значит, это смог только поиграть немного в то время. Но с управлением я не разобрался. Но я вот в детстве. Еще тваны. Нет привидения. Я не буду с тобой играть. Не, ребенок, привидение. Блять, убили. Маньяки. Че это за здание, где один чувак другого по жопе лупит? Я уже забыл. Это ученый. И чего не проверяют? Они проверяют, сколько ударов можно сделать по яйцам, пока они не лопнут. Избил его первым, что попалось под рог. Что это говорить? Так, мне нужно, видимо, пожрать все-таки что-то. Так, ну-ка. Привидение так без палива ходит. А чё, мне еды нет, что ли, никакой? Слушай, или управление по-другому использовать здесь, ну-ка. Ну, использовать предмет Enter, нет, все правильно. Окей, допустим. Ничего он не может сожрать, окей. О, звуки из фильма пошли. Камни эти вдалеке, ебущиеся. Тут вообще в менюшке даже звуки из фильма на самом деле. Трогай меня. Блять, the fuck? Дурачка игра. Мы тут сейчас на бабке? Нет, это Sleeping Dogs игра. Тут персонажа это озвучивает. Эмма Стоун, которая... Я понял, Джин Стейси и так далее. Фаворитка. Блин, я в дереве застрял. Нечестно. Я сильный и великий Атлас. Фак.
Блин, крест их не колышет вообще. Вы использовали Твана, в смысле использовал? Я не ел с ней ничего. Так. А, Твана это хилки, господи. А я-то думал, что они здесь тоже для этого, для портала. Нечестно, ветки. Ну да, кстати. Великий Белорифон, к вашим услугам. Сюда, сюда надо попробовать залезть. Вы сотворили чудо с этим городом. Вы, Белорифон, среди лидеров. Ты в Sleeping, да, Skull Dogs играешь? Да, да. Угу. Я купил на распродаже Definitive Edition. Угу. У меня так-то была, но пока он DLC не было. Ты еще, блин, к левостороннему движению привыкаешь долго. А. Так, я нашел какой-то призрак, от которого у меня начались флешбеки. Рекорд там какой-то твой собственный или? Ага. Просто вдруг там какая-нибудь хайскор висит просто от разработчика. Я ножку курицы нашел. Ой, а че это? Типа фотка моей возлюбленной, что ли, здесь? Ну, картина, изображение любимой этого бунтаря. А я ножку курицы съесть не могу. Знаешь, почему меня называют Альфред куриная ножка, да? Окей. Ну, целился там куда-то сбоку, что ли? Ой. Что ж ты жрёшься? Но эта игра хотя бы в плане управления получше всё-таки, как персонаж передвигается там и так далее.
Собака. А собака обыскивать он не умеет. А Ноктёрн он первым вышел, да, ведь получается? Угу. Мне вчера чувак сказал, не знаю, насколько правда это или нет, то, что, мол, Blood Rain первая должна была называться Ноктёрн 2 изначально. Я Дионис, вот вина, поклоняйся мне, и поток вина в твоем городе не прекратится. Забавненько. Туда не знаю куда. Не, иногда не очень очевидно, куда идти. Круги хреново наворачиваю, все. О, нашел еще чувака. Мне с карты просто было бы хотя бы понятно в некоторых местах, это тупик или нет, а то некоторые деревья так выглядят, что можно там между ними пройти, а оказывается нельзя. Okay.
Ёкарные леса живые. Гони в лес, ёкарный бабай. Палочки, я ключ к вашему зрению. Написано «Наркокрах», я читаю «Наркотрах», думаю, чё, блядь? Угу. Бать ты уродливый. Нет! Серьезно, вот, круто так делать вообще. Блин, опять искать этого урода. Окей. Этот звук как будто вроде рядом какой-то зверь рычит, но больше похоже на храп чей-то. Морган уснул. Что там? На. Чего там по хилкам что-то. Я сильный и великий Атлас. Чё ты не поднимаешь? Дурак. Чего? Блин, круто! Мне просто я взял ожерелье, появилась надпись, потому что типа оно растворилось в руках, и у меня персонаж застопился в этот момент. Меня опять скушали. Пиздец. Ладно, значит, съебывать надо, видимо, оттуда просто.
Ничего, оружия никакого нет. Они есть. Пиздец, окей. А крест как будто работает только когда я в это в призраком, короче, становлюсь. Угу. Да, мне тоже вот интересно, сколько он с бабкой просидит. Это и есть эта бабка, видимо, которая меня убивает тут. Ага. Я не удивлен. Угу. Ну вот, да. Не подходи с силой, силой в лебеди, блядь. А, так, cross begins to glow, ну-ка. Властью серого черепа, блядь. Ага, понял. Привет. Так, это все, что ли? Победил я? Кажись, я все. Игру прошу. Не, бабку убил. Но она лежит там. Ничего не хочет делать. Угу. Обыскать я ее не могу. Привет, крамольник. Афина, поклоняйтесь мне, изящная роща прославит ваш город. О, господи. Ба, девка мелкая, это напугал. Поторопись! Да, она реально вот звучит, как будто... Осторожнее, не упадите тут! Только она сказала, чувак отрубился мой. Я забыл, что тут на радио Лорн играет. Угу. Нифига он книгу наизнанку держит. И как пип-боем ей пользуется, судя по всему. У него на руке реально застряла книга так.
какие-то ачивки насыпаются. Анна Форестер, и тут Форест. Невероятно красивая. Бля, не на карликов похожи все, когда их сверху немного камера показывает. Ой, я вижу руку. Нюхаус ушел. Христос, он ушел. Разобьем лагерь на ночь, об голову ей нахуй этот лагерь разобьем. Левостороннее движение, такой пиздец. Ну, привыкай. Но там же это не особо, на самом деле, мне кажется, на самом деле долго к этому привыкать-то. Чего не особо? Не особо долго к этому привыкать, у тебя же там не настоящие правила дорожного движения все-таки. Ну, блин, все равно не вытравишь. Да-да-да. Отстаньте руки, я в печали. А как эти чуваки спокойно так прошли-то? Индейцы называли это грязными палочками. Члены свои, блядь, что ли? Банал кого-то трахнули. Так не надо! Чувак, который говорит голосом Блазера, говорит, я положил на вас свой глаз, странник. Он имеет в виду, я типа приглядываю за тобой, слежу и так далее. А ну давай, снимай штаны, щегол. Так, а что это нашел? Пучок трав. О, в лесу сейчас начнется хорошая вечеринка. В компании один человек, я. Бля, а там обратно вернусь. Сейчас сохранись на себя. Руки здесь, да, окей. И они убивают, ну естественно. Ладно,
пер тогда с этой... Я Твану просто увидел одну, которая на другом берегу лежит. Мне, видимо, не добраться до нее уже. Либо это ракурс опять ебанутый какой-нибудь был. Ой, я вас помню, идите нахуй. Кстати, там Джоан Роулинг сказал то, что Хагрид все это время был черным. Я просто представляю его в это, что его играет с Милли Джексон, он такой, ты мазерфакер, Гарри, такой. Там это... Брусли такой приходит. Никогда он не поедет. Who the fuck are you? Tell me, do I look like a bitch? Да назови того, кого нельзя называть еще раз. Давай, Гарри, блядь. Или нет? Типа... Никуда он не поедет, я не позову, не отдам свои деньги, чтобы его обучали на всяких фоксам. I don't remember asking you a goddamn thing. Да. Так, а может крест поможет? Нет, крест того. Сел. Надо же, получилось, окей. Очень круто вещи класть за грёбаные это, блин, за дерево, что не видно нихуя их. О нет, он шабрался обратно. Вот, чё это? Стоп. А, фу, эти камни пердящие, я понял. Пердящие камни. Найдено один несколько пуль. Бля! Так, тактика чемпионов. Да нет, нет! Фак, ладно, бежим просто. Авось прорвемся. О, Твана, бери. Это сейчас самое главное. Так, бздящие камни. Я Дионис, вот вина, поклоняйся мне, и вот вина в твоем городе. Сейчас это прочитаю Блазер секунд. Фух, блядь, убегаем. Не подходи ко мне, я описалась. Нет! Байда, они с деревьев падают просто, эти уроды. Так, какие... В принципе, тогда у Хагрида имелась бы своя волшебная палочка 1911 калибра 45 АСР, да? На ЦП. Ну, у него зонт был, кстати, в котором валялись обломки его палки. По идее, ему там потом это, после второй книги разрешили обратно колдовать, но он не стал палочку новую покупать. Ему разве разрешили? Да, с него же все обвинения сняли. А, за изнасилование, там, детей и так далее? Ну, он подозревали его, что типа его монстр убил девочку, что он тайную комнату открыл. Слушай, это звучит вообще двусмысленно. Да. Его монстр убил девочку. Теперь, особенно, когда он не просто полувеликан, но он еще и черный. Красный там может быть Биг Бен такой еще. Соответствует описанию. Это опасное и дикое место.
Беллерафон был... Да сейчас закажется, что Магомин играл тоже там какая-нибудь тетка Джимайма черная. Гарри, куда ты идешь? Я иду там туда-то. Она такая, о, hell no! Смогут сосредоточиться на добывании Орехалка. Запас Орехалка на острове кажется неисчерпаемым. И нет больше города в Атлантиде, который бы остался без металла вновь. В Гонконге народу больше на английском говорить, чем на кантонском. Если Аутек станет центром... Блин, я убил призрака, он превратился в Малафию, это нормально? И более процветающим. К несчастью, земля вокруг города не очень плодородна. И Аутек никогда не станет могущественным городом. Пока не будут найдены альтернативные источники еды и другие. Хагрид приходит и говорит, «Йор нига, Харри». Хорошо, что боги хоть обеспечили тех, кто не может обеспечить себя сам. Да не, я же Гарри. Диметр просто Гарри. Нуждающиеся в твоем поклонении пообещали обогатить землю, если ты построишь для них храмы. Конечно, бессмертный король Атлас всегда любил объединять вещи. И он с радостью поможет тебе построить храмы для других богов, если ты сначала построишь храм в его честь. Вот. Чего? Я нашел призрака, который говорит, помогите нам, лейтенант, блять. Rest of Heroes. Заткнись, Мошли! Опять та же фигня. Такой чел говорит, ну блин, опять там какой-то призрак взял, начал захватывать чувака. Ты уже третий раз за неделю, блин. А, это геймплей, На тебе призрак. С саблей убиваем призраков. Лазар, спасибо, что озвучил эту игру. О, труба. Прощайтесь. Ой, фок. Ублюдки из веток. Там вроде как, по слухам, через 5 дней Spotify в России запустят. Это чё? Что такое Spotify? Да. Чё, серьёзно? Ну да. Сервис, музыку слушать, чтобы. Да. Я Яндекс Радио пользуюсь. Так, окей, допустим. Хорошо, тут сохранился. Это очень странно, что я обычными пулями убиваю призраков, конечно. В чем странность заключается? А сейчас меня что убило, блядь?
Ну, странность в том, что это обычно неосвещенные пули там и так далее. Каким образом физические предметы могут принести вред этому призраку? Вообще, по старым поверьям, то, что чистое железо могло вред причинять всяким сверхъестественным этим. Пули считай железные, так что... Блять, я понял, эти веточные дамажат меня, а тут мешки какие-то висят. Мне, походу, эти мошонки нужно расстреливать. Дети при слове «мошонка» начинают орать. Так, ну и что теперь? Еее! Я решил эту странную, ну, точнее, не странную, сложную загадку, блядь. Это было просто... Неправда, это было сложно! Я пивс, что ли, местный. Да тут это чувак летает. И бьет меня, и убивает меня. Точно пивс. Да, пивс убивал. Пивс убивал, да. Он эту, как ее? Эмбридж чуть нахуй до смерти не захуярил. А, ну это, кстати, да. Больше троллил, да. Слушай, его не Марк Хэмилл там озвучивал, кстати. Кого? Пивза. Где-то он Марк Хэмилл, кажется, озвучивал. Пивз? Так он... Подожди, ты про кого Пивза в игре. А, в игре? А вот не знаю. Я вот что-то Пивза вообще не помню в игре. Я помню. И в первую, и во второй. Он и в третий появлялся. Я... Фак. Так, а у меня есть хилки-то? Да, Пивз был в играх, но не в фильмах. Вкусная куриная ножка, съешь ее! Козел. Ах ты, сука. Фак, я только лечилку подобрал, козел. Класс! Я люблю игры, когда ты бежишь на камеру и не видишь противника, который за камеры выходит. Да, ну тебе док. Похотливый песик представляет. Почему похотливый? Ноти. Я бы сказал озорной. Ну ноти это же больше как такое, озабоченный. Вроде как. Ну, а что, Санта, то есть, говорит, а ты какие озорные ребята, блядь. Какие извращенные ребята. Так, ладно, попробуем. Похотливые. Афина,
поклоняйтесь мне, изящная роща, прославит ваш Бог. Да, блядь, в управлении еще это. Ладно. Топор нахуй. Фак, нет. Так, еще один сейф лучше сделаю. Конечно, собираться будет или как, интересно. Барт говорит, мы бы желали, если бы наши желания всегда сбывались. Да. Этот город выполняет все мои желания, и мне не жаль. Видимо, да. А, ну отлично, я наткнулся на него. Ну да. Прям как и планировалось. Мы не торопимся. Нет, мы торопимся. Съебаться отсюда нахуй. Так. Ща... Не, он туда не хочет идти. Чё он не попадает по нему? Так, или... Сейчас. Класс. Умер в итоге герой вообще. Посейдон, поклоняйся мне, и море будет твоим другом. Хотя же Джеки Чаном игры были? Да, конечно, да. На PS1, на NES было. И... А что за игры? Ну, там один платформер такой, это, грубо говоря. Ну, оба платформера, кстати. Потом аркадный автомат, с ним файтинги выходили. Ну, я и на Денди помню немножечко. Ну, говорю, на Денди, да. Угу. Имею в виду поближе, где тоже там нулевые, вот такое. Ну, и я PS1 тебе назвал. Ну, PS1, это, считай, еще 90-е. Почему? Ну, игра-то могла в 2000-х выйти. Ну, я имею в виду уж середину. Ну, по мультсериалу Джеки Чан, окей, выходили игры. На ГБА, на PS2. Чё, как? Вот такое. Блин, я не понимаю, чем мне тогда тут делать, ну, вообще...
Уже резается бесконечно. А, понял. Не подходи ко мне. Я дерево рублю. Все, окей. Сломанное дерево намекало. Да ты в лужу-то не падай. И сюда, блин. Отойди от моего моста. На это дерево еще хуй заберешься. О, перебрался, блин. Так, ну естественно, кладбище, блядь. Это что-то висит, кажется. Чего? Чего? Водка называется ГУЛАГ, блядь. Пиздец. А, плакат нормально. Плакат такой огромный висит, сейчас даже скриншот сделаю. Охуенно. Опять флешбеки. Почитайте меня, и я помогу вам строить великие здания. Пиздец. Я по сюжету в клуб зашел. Ночной. И тут как-то персонажи странно спаунятся, они как будто с неба падают. И чувак такой с неба такой жук, и у него по скрипту, видимо, танцевать на танцполе надо, он выглядел как этот чувак из видео, который типа со шкалы спрыгнул, танцевать начал. Да. Блазер, ну смотри, ты единственный из всех солдат, которые были с главным героем, который все еще жив. И мне кажется, что я после этого, этой фразы, он погибнет. Твою мать! Блин, можно вырезать этот момент просто и поставить в озвучку в Армсофт. Твою мать! Зачем заверил моих персонажей? Ну, мне кажется, то, что главный герой единственный, кто останется жив. Там, кстати, это... Far Cry 6 анонсировали. Да, там чувак из Breaking Bad или откуда там. Да, и который вообще в этого играл. Мандалорца. Он злодеем будет, и там это, он с пацаном каким-то стоит. Mm. И там уже теории настроили то, что это приквел вообще будет, то есть это не в наше время, а этот пацан, это, этот, Вас, Монтерего. Окей. Потому что у них шрамы одинаковые на правом, этом, на правой брови одинаковые шрамы.
типа это молодой вас будет. И там что-то Майкл Мендот что-то тоже писал на Reddit такое, ну кто знает. Ну его Майкл Мендо зовут. А. Француз вообще вроде. Хочу в могилу упасть. Ой, там черная рука. Что-то мне подсказывает, что нужно за чуваком возвращаться нашим. Пойдем за Блазером. Я уверен, он знает, куда идти. Значит, на кладбище что-то не нашел. О, сарай нашел. Кладбищенский сарай. На котором 12 пуль аж. Посмотрел обзор критика здесь на Электро, блять, ну сам фильм, конечно, люто пососный был. Я просто его не смотрел никогда. Факен ласточки. Может, с той рукой реально что-то надо сделать? Уж странная она, черная такая. Расист, расист. Тут ничего не могу сделать. Чё гнёт, сорян? А, рука где? Я подумал, у тебя там что-то это, там началось. Долгоносик взял и сгнил. Так, и чё? Ну вот единственная могила, которая более-менее читала... Во! Лейтенант там какой-то. Это моя могила, что ли? О нет, шабаки. Блять. А чё нашёл? Куклу. На что она похожа? На зайца какого-то.
Да, хранюсь, пожалуй, что тебе страшно. Так, а если я здесь в этот сарай зайду, то что будет? О! Да убери ты пистолет, дурак! Тебе такое. Валим отсюда. Ну, здесь хотя бы переходов этих злонитионца нет. Камни прокинули. Блин, отойдите от меня. За мной пол леса бежит. В прямом смысле, потому что это ветки, блядь. Так, окей, я избежал веток. Надо за мной лететь, призрак. Ну нахуй, там видел, синие глаза светились. Я нашел девочку на камне. А что, финал уже, что ли? Ну вот тут ритуал должен произойти, в нее уже демон вселился. Затем ты дашь мне суперзрение, так и говорит, блядь. Суперзрение, да, блядь. Ну, а так мне вселился Кулхар, то, что он обращается к нему великий. Чувак, чё ты стоишь? Достал бы уже ствол, застрелил ублюдка. Девочка, привет. Давайте застрелим девочку и дело с концом.
Ее телесная оболочка станет моей. Блин, если я был бы демоном, я бы не хотел бы вселяться в девочку маленькую. Угу. У нее же хера нет. Почитайте. Хотя, меня, может, мы что-то не знаем. Строить великие здания. Эта игра полна сюрпризов. Прям как Таиланд. Бежим, бежим. Нахуй, нахуй их. Так, я слышу блазер. Блазер, держись, я иду. Я даже сохранюсь. Ой, фак. Такой Бенни Хилл, нахуй. И что? Читайте меня, и я помогу вам строить великие здания. Так, палочники побеждены. Еще обратно, что ли, идти? На всякий случай. На, норм, я под водой прошел. Чем этот персонаж круче, чем Томми Версетти? Ему похуй, он ходит под водой, нахуй. Только я не умею плавать, поэтому хожу под днищу. А еще провалился. И теперь мне камеры выебываются. Хорошо сохранился, прежде чем заниматься этой дуростью. Не, значит, что-то там я упустил. Или вот тут можно туда... Не, невидимая стена не пускает. Куда мне тогда идти, блядь? По воздуху походил. Паража у меня нет тут.
Надо перейти. Ну ладно, попробуем в обратку я вообще пойти. Я хочу быть обожаемой тобой, и я помогу тебе сделать твой город настолько привлекательным. Может, надо призраков всех захуярить знала. Еще. А, вот, тут еще проход есть. И смысл тут все равно тупик. Я хочу быть обожаемой тобой, и я помогу тебе ах, сделать ты... твой город настолько привлекательным, насколько я сама. Факин пилос. Не, у меня же твана была, чё за булщит? Обилие морской пищи недостаточная приманка, чтобы ты... Ты чё так затих? Потому что у меня перестрелочка. Пытаюсь понять, что мне делать. Пока что... Стрелочка. Вроде убиваться всех или возвращаться просто куда-то. Ну ладно, попробуем пробежать хули. Говорит, то, что туда ему не надо. Звук, как будто кто-то мяч баскетбольный чеканит где-то в лесу. Мы найдем этого баскетболиста.
Съешь куриную ножку, блядь. Ладно. Так, я нахуй замешательство. Я, держащий землю, взываю к вам. Поклонитесь мне. Давай, Брамир, блядь. Время умирать. Гоп. Пришел к тебе на карташасе. Какие прекрасные виды можно наблюдать в Аутаке. Массивные храмы украшают город, напоминая о величии богов. Не люблю эти моменты в играх, когда ты пытаешься вдуплить, просто хули тебе делать. Наблюдает за всем этим. Кто мог бы загрустить, когда Афина своим быстрым, умелым жестом... Просто нет никакого намека, в принципе, на то, что мне делать. А Диметра со своей переполненной корзиной является поистине образцом для подражания. Я слышал крик Блаза, побежал его спасать. Наступаясь, как умеет лишь он, пьет за здоровье всех людей, которых он проходит. Воистину, Аутак — великолепное место. Но твои исследования еще не закончены, и ты должен вновь оставить Аутак в руках Плексаура и построить новый город на дальней земле. В первой части хотя бы был дневник, где баба писала задачи, там, что делать. Можно было там хотя бы понять. На север. Ага. Приветствую тебя, моя юная маленькая устрица. Замурлыкала Афродита, посылая тебе поцелуй в знак приветствия. Тебе не кажется... Нет, это плохо. Прекрасно так же, как и я. Моя милая маленькая устрица, водами, блин, голубая. Устрицами. Как я их люблю. Они такие вкусные. Я просто обязана обзавестись храмом здесь. Блядь, все хуже. Сказав это, богиня удалилась. Никто хоть не может сказать Афродите. И пока твои помощники рыскали в поисках подходящего места, чтобы возвести храм, они заметили признаки того, что здесь были Факен океаниды. Афродита. Океаниды производят все виды товаров, так что, возможно, их можно убедить торговать с Атлантидой. Че там? Ну что ж, по крайней мере, за такой долгий период поиска теперь точно не опоздаешь. Блин, ну чувак, я реально не могу понять, куда мне идти. Я пытался аж под нищу дойти. Не вышло. Ух, ё, там островки такие, считай, все. Блять, сейчас в Солюшен полезу нахуй, походу. Но реально не вдупляю. Чё у меня есть? Фото, блин, страшные бабы. Карты нет. Пиписки нет, блин, прописки нет. Что там нельзя здесь? Не, видимо, нельзя. Но здесь он перейти не может. Слушай, а может он рили вот там сейчас? Попробую тут, туда вот так. Да, нихуя себе, вы спрятали тут. А, погоди, это не вход в пещеру, что ли? Так, ладно, здесь пройти можно. Так пройти, что, видимо, мне не сюда. Так, погоди, ну, не просто же так, наверное, вот здесь возможность, здесь. Вот эта вот хуйня вот тут.
Блин, реально сюда пиздец, нихуя себе. Блазера нашел тебя. Никто никому не подойти к вонючке, субтитры говорят это, а он такой, никто не подойдет, не тронет скунса. Чувак просто воняет, смердит, его прозвали Вонючка. А, Блазер, какого хуя ты застрелил меня? Я сегодня этот смотрел последний киногерой. Что там Лито проорал с момента, типа, когда они там этот в труп-то бомбу с газом спрятали. Ну, главный злодей-то план у него был всех отравить на похоронах. И он говорит, так это получается что, говорит? А, охранили они кого-то бандита по прозвищу это, Пердун Тони или как-то так что-то. Боже мой. Так, говорит, так это что получается, бомба спрятана? Да. Пердун Тони пернет в последний раз, блядь. Типа напустит газы в последний раз, блядь. Че ты с этого так орнул, пиздец. Да, это призраки моих бывших товарищей предлагают мне стать одним из них. Чё-то мне не нравится это предложение. Флэшбэки затянулись, не то слово. Так. Там где-то было сломанное дерево, я видел. Ой. Камни со мной разговаривают. Ну все, поехали. Так, а мы вот так обойдем. Окей. Сохраняемся почаще, блядь. Такие звуки там просто. Еще так. Там где-то бегает призрак Чаки Финстера. Где этот слон? Ну, походу мне тебя, пацан, пиздить придется. Почему в этого пацана даже не целится чё-то? Ладно. Спасибо. Спасибо. Да. По камням не уебать, да? По пацану тоже не уебать.
Так. Что мне с этими камнями делать? Так, а ты что скажешь, говно? Стой на месте, не хочу бить вас. Окей. Так, то есть пули тебя реально не берут, да? На тебе креста свежего. Нет? Прекрати пялиться на меня, говорит мне призрак маленького мальчика. Блин, я не понимаю пока что. Что мне с этими камнями делать тогда? Или вообще нужно их трогать или нет? Симулятор Иона. Алекс. Я вот пытаюсь понять, хули мне делать. Алекс тоже не понял, что ему делать в этой жизни. И там всякие мальчики ему говорят, прекрати пялиться. Восьмилетний. Так, что у меня есть? Чё, прекрати. Надя, хочешь куриную ножку? Давай в трубу поорём. Окей, всё, я понял. Они дают подсказки же, типа, он сказал, я не хочу, чтобы ты шумел, ему трубу положил, он исчез. Так, не хочу, чтобы смотрели, говорит. Да. Пучок трав, кукла есть. Рука скелета есть. Так, ну ладно, сейчас проверим. Главное каждому свой подход найти, в общем. Так, он говорит, стой на месте. Может быть, постоять на месте просто? Ладно, нет, конечно. Так, ну. Вот, я ему фонарь положил. Тогда он на свету, видимо, видно. Стоп, а мне показалось, или там что-то выпало? Что это такое? А, так, а я, наверное, там еще не забрал. Пучок трав. Сейчас проверю на всякий случай там тоже. Вдруг я там всрал что-то. Так, нет, здесь чуть ничего не лежит. Эти звуки просто божественные, нахуй. Какой-то несовершеннолетний пацан просыпается, зевает, ему в этот момент хуй в рот кладут, блядь. Кот, знаешь, как это звучит? Он звучит так... Надо в Алекс спросить. Так, сохранись тут на всякий случай. Кинь Алекса Давиду, он реально педофилом стал. Он реально Давидом стал. Нормально, тут мост не нужно было из дерева делать, я под днищу просто прохожу, блядь. Не любит мерзкий запах. На тебе руку скелета, может. Почему ты это делаешь? Потому что it's fucking fun. Ножка курицы. Нет. Пучок. Да. А, пучок трав подойдет.
Чё, в смысле, слишком поздно? Тут еще и тайм-лимит, что ли, есть? Я думал про Алекса, слишком поздно. Так, ну судя по тому, как он начинает говорить, со временем батарейки у него точно садятся. Не успеете. Ты смешной. Так, полюбас в этой стороне что-то будет еще. Так, ты что скажешь? Я хочу поиграть с тобой, но это будет плохая игра. Чё, блядь? На руку скелет тебе. Играй, блядь. Поторопитесь, мистер. Блин, там реально таймер включился. Сейчас на новое сохранение поставлю. Может мне к ней уже бежать, не знаю. Блин, тут 4 кучки я окучил. Кучки, кучки. Надо найти последнюю шнягу за 30 секунд. Круто. Блин, нет, не надо. Бля, я не знаю, где она. Фак, меня убили. Так, ладно. Привет, мой маленький воин. У меня для тебя кое-что есть. Моя маленькая устрица, маленький воин. Это кто тебе Клеопатру втирает? Да, блядь. А, круто, еще то, что он мне втирает тут дичь, то, что, типа, все равно проиграю, я не могу это проскипать еще. Здорово. Угу. Ну, она, видимо, тоже по маленьким мальчикам такая. Блядь. Фак, да блин, а где она? Ну, сука. Блять, еще застревает. Надо загружаться лучше. Будет забавно, если я в итоге просто должен наоборот не найти эту шнягу все-таки. Слушай, есть еще одна будет теория, может потом сгонять. Может в пещере эта хуйня, блин, вообще в той. Где мы Блазера нашли в свое время.
Так, ну ладно, допустим, таймер... А, когда таймер кончается, я умираю, понятно. Ну, значит, скорее всего, там, блин, что-то мне кажется, там, что куда я побежал, сейчас нихуя не было. Так, заходи, твою мать. Ничего нет, что в смысле, надъед, блин. Слушай, или мне перед ней прям травы положить, может, какие-нибудь надо. У меня для тебя Миша. Куриная ножка. Свинец в пистолете. Блин, я ее не могу убить даже. Че, или могу? Нет, не могу. Так. И где же эта хуйня? Я последняя тогда. Блин, сама жопа, что таймер, блин. Реально в Solid Snake, что ли? Не, в Resident Evil. В Resident Evil там же эта бомба, да, всегда в конце. Почти всегда. Угу. Слушай, или прям к ней подойти, может, реально игруху ей дать, а то я... Сейчас, ну-ка. А, так, ну-ка. Кажись, я угадал, что ли? Сжег тебе там все, да? Вокруг воды главное. Роберт Макниколь, что-то знакомые. Беги, девчушка! Я не смогу его долго держать, он убивает меня. Run, you fool. Мужик взорвался, так и превратился в ебаку. Там просто взрыв такой был, как будто гранату в Half-Life кинули. Так, ну я понял, куда мне идти. Кажется, сейчас сохранюсь на всякий случай, конечно. Мне кажется, вот в этот анал нужно. Так. Да, угадал, окей. Этот лес меняет людей. Как? Раньше я был слепым дедом, а теперь я ебака с другой планеты. Озверел мужик вообще. Да, мне не нравится то, что когда меня трогают дети, это чувак издает звук такой. Да, игра точно про Алекс. Его трогают дети, он такой. Блин,
делаю правила кинематографа. Детского клуба. Никому не рассказывать о детском клубе. Второе правило детского клуба. Не рассказывать Моргану про детский клуб. Почему тебе? Или другому Моргану? Потому что... Ой, фига себе, какие мосты классные. Лучше, чем из говна и палок. Лучше, чем для Premonition. Так, вот она, ладно. Че ты говорил, они как-то по диагонали строятся, что вроде нормально все. Но ты пропустил. Что я пропустил? Все пропустил. Нет, ты говоришь, что они как-то странно по диагонали. Ну да, были. А тут нормально? Блять. Так, ладно, я сохранился там. Иго-го. Блин, ребенок бесплотный, свали. Так, погоди, он что, он в воде плотным, что ли, становится? Ты вот так даже сохранись. Блять, зажали. Остров идет кругом, и на карте черты Михаила Круга. Да. Так. Так, сейчас за лещивок сначала сходим тогда. А, окей. А, нет, стоп, жив же еще. Господи, блин. Так, окей, допустим. Thank you.
Дорогая, блядь, я сейчас убью нахуй этих детей. Этот ребенок выебывался, я его починил. Великий Беларифон к вашим услугам. Устрой мне услугу, уйди, да? Так, ща я там хилку видел где-то тут. Да, тут только пес. А, окей. Допустим. Так, сохранимся. Чей-то храп, блядь, слышу. Ах ты собака, а уйди. Шахты какие-то были, что ли? Вот, что-то горит. Да, постоянно. Ну, не постоянно, но часто. Эх, сохраняемся. Призрак в угол ушел. А внутри вас вы умрете. Такая еще озвучка была реально, как будто это старый ВХС какой-то. Твою мать. Твою бать. Да, ты умрешь. Dead, dead, dead. Someday you'll be dead. Так, ну это же тот самый дом, да? В городе недостаточно пищи. Пришло время затянуть пояса потуже. Пришло время переустанавливать Shindles. Ну там еще один проход мне показалось был, нет? А глобальная карта та же или другая? Так, еще выше можно подняться. Тут дети мне что-то шепчут. Kill yourself. Thank you.
хочет пропащить, где под Фрибс... Чё? Что, не знаешь, что такое Фрибс? Фрибс, да? Огромное тебе спасибо, мой милый смертный, за мой прекрасный храм. Блин, пистолет доставать, дурак. Бежим отсюда. Я просто обожаю, блядь, посещать фонтан молодости. Я думаю, что выгляжу с каждым днем все моложе, а я уже выгляжу очень молодо. Где выход на улицу? Вскоре я буду выглядеть как дитя. Я собираюсь пойти покушать устриц. Зачем бессмертной богине нужен фонтан, который дарует бессмертие и находится вне границы познаний смертных? Но если Афродита счастлива, тогда счастливы все. Блять. После трапезы из устриц пришло благоприятное время, чтобы вернуться в Альт. Убил! Установились новые торговые отношения с Майя, а торговля с океанидами идет превосходно. Аутек слепой может чухан быть уверен, что он всегда босс, будет иметь запас устриц. Ура! Совет Атлантиды гудит по поводу твоих последних открытий. Артефакты Майя, которые ты привез на Атлантиду, являются настоящим чудом. И совет постановил, что всем атлантийцам следует лично увидеть эти фантастические предметы. К несчастью, в Атлантиде нет подходящего здания для выставки полной коллекции. Следовательно, необходимо построить огромный музей. Так, окей, музей, он в углу застрял, я вообще отпишу. Всех 10 королевств. Ликование по поводу твоих последних находок было омрачено неприятными новостями. Пока ты находился в поисках колонии, Диапререс и Азес начали делать запасы огромного количества оружия в своих городах. Это кажется довольно необычным, но эти два кузена навсегда соперничали так, между собой. Сохранюсь, не возможно, случай, они устроили соревнования, кажется, кто создаст нужно больше в конце оружия за меньший срок. Тем временем Диметра, в ее непрекращающихся поисках новых интересных зерновых, покайся, услышала о легендарном урод поле, заполненном серебристыми стеблями кукурузы. А, окей. Но я победил его. Таким образом, серебряная кукуруза напомнила Диметре оказалось об ее. Блин, надеюсь, у нее нет второй формы. Серебро напомнило об Аиде, который коварным обманом заставил Персефону полгода проводить с ним. Высокие зрелые стебли, с другой стороны, навели на мысли о Лете, когда Персефон снова оказался рядом с матерью. Ты не понимаешь, как ты делаешь? Все понимаю. Таким образом, я проткнул воздух в совсем другую сторону, он все равно умер. Но в катсцене это произошло. Чтобы ей напоминали о ее дочери. Чувак передо мной стоит, а я вправо мечом, грубо говоря, бью просто. Жди, что Диметра позовет тебя собрать для нее урожай. Так, ну вот, Морган. Ответ. 1863 год. Все нормально. Так это опять флешбэк, блядь. Да это не флешбеки, блин, ты стрим не смотришь. Ну да. Меня же ну вот. Это уже не флешбэк. Меня аж и он забанил, что я буду там делать. Так, все, прошел, ура!